Всем привет! Приветствую вас на канале Татьянин Дом. Сегодня у нас 16 мая, понедельник. Трудовой день рабочий, так сказать, после выходного. Я вот занимаюсь. Время, конечно, уже 7 час. Ничего не успела с утра сделать. Утром решила выспаться за неделю, потому что всю неделю плохо спала. Там эти ветры. Это не погода, это все вот такое. Сегодня, правда, тоже ветер. Готовлю вот щи, варю. Бульон поставила вариться. Ребрышки свиные, косточки буду варить. В супе я одновременно занимаюсь делами. Вот. Купила фрукты. Я уже сняла обзор, распаковку вот поставила, помыла. А здесь у меня все хорошо. Мои декабристы, я уже им поотрывала эти, как эти называются, донышки, чтобы воздух им проходил. И пока стоят стаканчики, мне надо подписать, где какой, чтобы знать потом, какой. По названию, чтобы запутаться. Тоже купила груши, поставила на подоконник. Ой, чтобы они немножко помягче стали, они твердые. Вот, будут хорошо им. Так, это тут у меня мандаринка растет. И я поставила на пророст. Горох поставила на пророст. У меня он уже прорастает потихонечку. Накрыла тряпочкой. Так, это горох. А это у меня свекла. Я немножечко, чтобы она тоже проросла. Это просроченные семена. Ну, я попробую, что получится. Мама говорит, они должны зайти. У нас сегодня ужасный ветер. Так, это пусть там варится. У нас сегодня ужасный ветер. Я вчера вот такую повесила москитную сетку, которую у Слати-то покупала. Она вообще, девочки, такая хорошая, классная. Она до самого низа вот так прицепила. У нее кнопочки, вот такие желтенькие кнопочки. И вот этот ламбрекен маленький. Не знаю, для чего он. Ну, я его повесила. Так он симпатичного такого лимонного цвета. Они вот так вот. То есть, если ты выходишь, здесь, получается, стоят два магнита, клипсы, магниты, и они, когда выходишь, эти шторочки так чпок, и оно все вместе висит, одна шторочка. То есть, магниты вот такие вот магниты стоят, и магниты вот такие клипсы. И мне очень нравится, когда дверь открытая, вот так вот получается. Очень симпатично смотрится. Были такие же и на окна, но я что-то на окна не знала же, что это такое, поэтому я не стала брать. Видите, какой ветер, все летает. Я вчера было тепло, постелила коврик здесь. Вот такой у меня. Еще второй есть, вот. Я его на ступеньке вот стелю. Мы сидим тут, разговариваем, отдыхаем. Я вчера так устала, что просто жесть. И уже сидела, дремала здесь на крылечке. Что я тут постирала, повесила бельишко свое. Я вот еще насыпала в ящики земельки, уже приготовила. Таскала тоже на тачке. Вот в один ящик, во второй. Вот этот внизу третий, на него нету этой штуки. Надо будет съездить, мне надо будет метр поехать и купить и это. И вот в этот ящик тоже буду космею эту. Ой, не космею, и помею буду. И помею. Потом душистый табак и декоративная фасоль. У меня вот такое, девочки, ЧП. У меня расшаталось сильно крыльцо. Я не знаю, как его укрепить. Там мужчина на канале есть. Подскажите, как укрепить вот это крыльцо, чтобы оно так не шаталось. А то вот так облокотимся и улетим туда вниз. Вот. Сейчас покажу, что я сделала еще вчера. Набрала леек воды, надо полить деревья, а то дождь обещали, дождя нету. Постирала вещи свои. У меня вот так вот, девочки, вот такая красота, это ландыши. Видите, какая красота? Как они будут пахнуть. Это вот Марин корень уже такой большенький. Очень хорошо я подкормила пион. Посмотрите, как он лезет. Он какой красивенький. Он вишневый. Это многолетняя гвоздика. Там вот лилия тоже. Это я накрыла сеткой можжевельник, потому что вот когда жарко, он может обжечься. Веточки покоричневеют. Елочки такие красивенькие. Обе стоят.
обрезала нарциссы тоже. И хочу один ящичек посадить куда-нибудь вот здесь в грунт. Потом на осень я его накрою перегноем и укрывным. Попробую, что получится. Второй ящичек оставлю. Я, скорее всего, их вытащу из земли. Или так в земле положу, посмотрю. Или также оставлю в подвал, их затолкаю. Посмотрите, что я нашла в огороде у себя. Посмотрите, какой раритет. Это я копала. И вот такую нашла вазочку. Я вот это вот уберу аккуратненько, этим пилочкой уберу. Если тут где-то вот тут есть трещинка, я склею. И посажу сюда что-нибудь. Будет такой горшочек для цветочка. Короче, в огороде нашла. А, про заборчик я вам рассказывала уже, да, наверное. Заборчик вот. А цветок вот такой красивенький ползет. Ирисы вовсю лезут. Вот. Тут же тоже анюточка вот цветет. Вот такая анютка расцвела. У меня их столько много было здесь. Просто великое количество. Великое множество было. Ну, а что-то они где-то куда-то делись. То ли замерзли, то ли куда. И они что-то не вылазят еще. Где-то тут миллион было. Вот эта вот березочка просыпается. На улице уже проснулась. Листики уже вовсю. Здесь вот потихоньку просыпается. Обрезала я малинку свою. Это мой кленик, моя гордость. Канадский кленик, очень красивый. Здесь еще руки не дошли просто-напросто, а тут все сделать. Заборчик ветром упал. Такой заборчик у меня импровизированный. Из кроватки с детской. Точка выросла уже. Кому она нужна, эта кроватка? Сделала такой заборчик. Это все стоит, у меня еще все лето впереди, все буду делать. Я вчера вот что, так у меня что тут, мята цветет, вот сиреневенькая. Мята цветет, вишня выпустила листики. Я уже все приготовила, тут шланг. Ну, его надо крутить, вот соседа позвала, чтобы он мне помог сделать. Слива у меня вовсю, вот листики распустила. Я вытащила велосипедик сюда поставила. Вишня собирается цвести, будет неимоверная красота опять в саду. Вот это пораньше цветет, а это чуть-чуть попозже. Ну, какая пораньше проснулась? В прошлом году наоборот было. И у меня, что тут у меня еще? У меня вот ландыши тоже собрались цвести. Видите, собрались цвести ландыши. Выпускают новые веточки. Это лилия. Многолетние. Тоже руки мне еще не дошли убрать все. Вот лилия. Это ландыш. Это вот лилейник желтенький. Пион. Красавица калина. Но она еще не будет цвести, она еще маленькая. Вот такая красота. У меня беленькие. Беленько-нежные такие. Нежно с желтеньким. Такие серединочкой анютильные глазочки. Вот. У меня пошел в рост жасмин московский. Вот моя радость моя, красота. Дай Бог ему, пусть будет бы он цвел. Он так красиво так цветет. И такой запах у него ароматный. Это Марьин корень тоже. Это получается смородинка такая. Сентябринки вовсю ползут и лезут. Клубника я еще не занималась. Еще некогда. Ух ты, спаржа вылезла. Смотрите-ка. Красота! Вот она у меня. Она тут не вырастает огромная. Она вот такая маленькая. Она больше для красоты у меня. Я ее еще не ела. Для красоты. Это у меня ревень. Вчера приезжала.